nominācijā gada treneris. Vēsturisko pirmo 4,5 kg smago 3 zvaigžņu balvu saņem Dmitrijs Šihalais. Maira Brieža un Ričārda Boloģņika treneris. Mairis Briedis aizvadītajā gadā uzvarēja pasaules boksa supersērijā. Ričārds Boloģņiks aizvadītajā gadā izcīnīja savu nozīmīgāko uzvaru karjerā, uzvarot Golden Contract turnīrā. Vēl viena 3 zvaigžņu balva Maira Brieža komandai. Apsveicam! Paldies! Paldies visiem! Man savs Dmitrijs Šihalais. Es esmu priecīgs. Paldies organizatoriem. Paldies visiem, kas balsoja par mani. Protams, paldies, liels paldies manai sievai. Viņa malacis, viņa меня сильно поддерживает, извините, на русский перейду, я учу латышский язык, спасибо. Естественно, огромное спасибо моей команде, с кем я работаю, команде Мариса Бредиса, команде Ричарда Болотника, я и главный тренер, и мы вместе показываем такие результаты, которые сейчас у нас в Латвии, вы видите. Мы вместе этого добились, они делали свою работу, я выполнял свою работу как тренер. И у нас получилось. Благодаря им у меня есть эта прекрасная награда. Спасибо еще раз организаторам, что дали возможность мне участвовать в этом голосовании. Люди поддержали спортсмены, поддержали также, пресса поддержала. Очень приятно, мы будем дальше работать над тем, чтобы радовать латвийскую публику, весь мир радовать. И не будем сдавать позиции, будем профессионалами и только смотреть вперед. Малыч, Дмитрий, no sirds apsveic. Un vēlos tev jautāt tādu lietu. Parasti, kad es skatos Maira cīņas, es mājās esmu kājās un esmu iekšā emocionāli visā cīņā sakojot līdzi. Kā tev ir stāvot tur pie ringa? No fasādes šķiet, ka tu esi ļoti emocionāli mierīgs un nosvērts, bet vai iekšā tev ir viesuļvētra, kā tu spēji fokusēties tajā brīdī? Вы знаете, мы когда готовимся, у нас определённый есть период времени подготовки к бою. Ещё до боя я психологически стараюсь работать с каждым из наших ребят, это с Марисом и с Ричардом. Мы проецируем каждый момент. Я визуализирую для них все, что может происходить в ринге, перед тем, как мы заходим в него. Весь тренировочный процесс, и мы входим вот в это состояние вместе. Один раз Марис классно сказал, что мы это вместе почувствовали. Он сказал, но мы это вместе почувствовали, что мы как аватары. И также и с Ричардом, и с Марисом. Но мы сцепляемся вместе, мы друг друга чувствуем каждый момент, где тяжело, где легко. И в ринг потом мы приходим. И он меня понимает, я вижу, что происходит, мы знаем соперника, мы изучаем каждую его часть тела, мы изучаем его психологию, и таким образом мы боремся с этим, и таким образом мы находим слабые места и пытаемся в них надавить. И у нас это пока что получается, я надеюсь, что у нас еще впереди лучше это будет получаться. Мы учимся, мы все учимся, я учусь, также Марис продолжает учиться, хотя он уже профессионал большого значения, но все равно есть над чем работать. Мы будем идти вперед и не останавливаться. И спасибо всем тем, кто в нас верит. И даже кто нас не верит, вы нас стимулируете. Спасибо. Дмитрий, paldies tev par atklāto un sirsnīgo stāstu. Veiksmi jums nākotnē. Paldies. Paldies, apsveicu. Sekosim līdz Maira Brieža komandai jaunajās cīņās. Veiksmi, Dmitrij.